Всем привет от самой несамостоятельной девушки на свете. А еще от той, которая просто делает все в самый последний момент. Вот просто едем сейчас на фотосессию свадебную в чапл. В часовню. Ну, типа часовню, ты как бы, не знаю. Короче, женится там люди. Да, на свадьбу. Угу. Не знаю, попробуем снять там что-нибудь. Ну, ты попробуй что-нибудь снять, да? Ну, конечно, я там все буду заснимывать. Типа я оператор, знаешь, короче, ты фотограф, я оператор. Короче, я еду на работу. Понимаете, да, Пашка меня везет. Без меня даже в туалет не может ходить. Вообще, я самостоятельности ноль. Ноль, да. Самое главное, что я это признаю. Я даже одежду ей доставала. Не успела накраситься, причесаться. Сейчас буду делать это в машине, взяла вот косметичку с собой. Я взял косметичку ей с собой. Говори вещи правильно. Расческу я сама взяла. О, и чисточку. Потому что я Эмили укладывала. Вот и как раз ее уложила, и нам надо ехать спать. Что я несу? Ой, у нас вообще сегодня должна была фотосессия быть около Лас-Вегас вывески. Как бы все красиво, все классно, там типа Элвис и Женя, чё кого. Но вчера же дождь шел, и сегодня такая же погода, даже еще хуже, вообще все пасмурно, холодно. Видите, как мы тепло как одеты, и то прохладно. И вышла я такая... Паника начинается. Стас выложил видео, где он зашел в Вонс супермаркет, и там пустые полки, нету риса, консерв. Мы такие, а мы вчера, позавчера были в супермаркете, и там все нормально было. На самом деле, вообще, какая обстановка? Вот очень все по-разному от штата зависит. Допустим, у нас сейчас, пока что сейчас у нас все спокойно, я считаю. Ну, конечно, относительно, то есть, конечно, люди там скупают, типа, туалетную бумагу. Потому что, знаете, американцы, они помешаны на комфорте. В других штатах, допустим, в Нью-Йорке, там ситуация вообще, ну, так себе, потому что, действительно, там закрывают многие всякие учреждения, закрывают школы, всякие спортзалы не работают, там, салоны красоты, рестораны многие закрывают, некоторые магазины. И работают, ну, людей на работу из дома переводят многих. И ходит слушок, это, ну, не подтвержденный, конечно, я пока не знаю, правда это, неправда, что, возможно, вообще закроют Нью-Йорк, выезд и въезд будет запрещен. Ну, кстати, Трамп уже же запретил на 30 дней из Европы въезд. Да. И ввели чрезвычайную ситуацию, что, ну, насчет коронавируса, там, все дела, да. Ну, вот закрываются многие учреждения, там. Давай не будем это слово, давай какое-нибудь не будем это слово называть, потому что тогда это тоже могут просто в наше видео убрать монетизацию. Я не знаю, что это прикол, но убирают монетизацию с видео. То, что нельзя называть. Или просто, ну не знаю, ситуация. Да. Вот, и в Калифорнии начали сметать все с полок тоже. Вот я, ну, у друзей спрашивала, также в Инстаграме вижу. Но, допустим, если у нас, да, две полки в двух рядах пустые, то в Калифорнии это реально, а в Бостоне еще, кстати, тоже реально просто пустой магазин практически. Вообще мир делится на две группы. Первая — те, кто жестко паникует, что вся планета заразится этим гриппом, и все умрут, что делать, и бегут скорее скупать продукты, вещи, сидят дома, никуда не выходят. И вообще там паника жесткая. И вторая группа — это те, кто думает, да ладно, этот вирус не такой уж и опасный, там маленькая смертельность, и заразиться очень маленький шанс. И не сильно переживают по этому поводу. Вообще еще не очень, что на этом фоне делаются всякие спекуляции там на рынке, и экономика туда-сюда плавает, все очень нестабильно и жестко трясет кругом. И это чувствуется очень сильно. Мы уже в центре Лас-Вегаса. Едем как бы в сторону даунтауна, вот в отель Westgate.
Да, что мне были? Да мы вообще здесь редко бываем. Ну да. Раз в год. А здесь вот видите, случайно занесет. Идет монорельс. Можно на нему передвигаться в центре. Тоже ни разу не ездили. Потому что нет необходимости. Есть у нас вот наша детка. Как у тебя настроение? Шикарное. Да, опять. А тут вот полицейские. Всегда полиции много в центре. Особенно в даунтауне. Потому что даунтаун такой райончик как бы не очень приятный. Тут еще стройка, видишь, какая-то идет. Метро строят, там что-то переход. Я вообще не знаю, что это такое. Это как-то... Да, нам еще парковку надо найти. Как-то. Где-то. Такой вот отельчик старый. И там внутри отеля как бы церковь. Как бы часовня. Как бы. Потому что, ну, это сложно назвать. Вот эти жилые здания. Смотри, а, да, кстати. Вот спрашивали, да, нас есть у нас высотки. Вот. Вот это они. Да, 3 штуки 40 стоит. Вообще практически, мне кажется, во всех отелях, ну вот в больших точно есть часовни. Часовни, да. Такой Лас-Вегас мы вам, кстати, редко показываем. Еще и пасмурный. Ну, вообще просто сегодня влог, находка. Влог. Да, ничего, куда едем? Влог необычный. Ребят, как я и говорил, Катя без меня даже в туалет сходить не может. Пойдем. Вот, пожалуйста, не шутки. Туалет. Так, и вот как бы часовня. Смотрите, welcome. Сразу такой кабинетик небольшой зашел. Туда-сюда жених, невеста, тут все дела. И хоп, вот здесь. Это как бы все, вот жених. Элвис Пресли пришел. Катя отработала. Мы никуда там уходили, и я на церемонию не был, короче, там в зале, я сразу ушел, чтобы на заднем фоне там не мелькать, в общем. Понравилось тебе? Да, классно. На самом деле прикольно. Ну, необычная такая свадьба, как бы. Элвис Пресли ее провел, там что-то да, пел, да, песни. Да, песни пел, он несколько раз пел. Прям, ну, вообще прикольно. Я сказал, Вива Лас-Вегас! Знаете, ну, очень сильно поднимает настроение, прям так. Музыка там вся, да, да, такая, дела. Типа энергетика. Ну, классно. Ну, кстати, где-то часто фотографировала, да? Да. Чуть, может, больше. Все, едем домой. Отправляем родителей в супермаркет, проверят обстановочку. Ходят слухи, что супермаркеты нынче пустые, ничего не продается, хотя мы были позавчера. Да, и что очереди дикие. И поэтому... Еда. Сейчас родители пойдут и проверят ситуацию. Возьмите этот пакет-то. Все, короче, сейчас проверочка пойдет. Если что, видео будет у них на канале. Ну что, мама с папой вернулись из магазина. Вася! Там реально ничего нет. Вася, надо продукты завозить в Америку. Слышал? Отправляйте нам посылкой адрес в описании. Ну что, это паники? Я нет. Все, у меня помидоры есть. Не, на самом деле у нас как бы полная кладовка. Нас как бы только интересует вот свежие, да, типа овощи, фрукты. Сейчас не будет по ночам есть из холодильника и из кладовки еду, то нам вряд ли хватит на неделю. Чья бабушка? Ты! Твоя бабушка? Не, на самом деле у нас, смотрите, у нас полная кладовка всякого-всякого. Вон там внизу
мука, там что-то непонятное. Бейлис там даже есть. Самое забавное, что они купили две пачки хлеба, потому что хлебный отдел был вообще разобран. А так у нас всякие макароны и рисики всякое есть. В общем, всю обстановку мама с папой сняли себе на канал, у них видео из магазина с пустыми полками. И это реально не шутки. Ходите, смотрите. Мы пока в магазин не хотим идти. Стоять в очередях. Сколько вы стояли? Мне кажется, минут 40 точно стояли. Представляете? Вот такие вот делишки. Будем с вами уже прощаться. Всем хорошего дня и пока-пока.